Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Персей. Сегодня я вам хочу рассказать о новых локациях в игре Magic Rush. Талант и древние руны. У каждого героя появились 10 пассивных талантов. Каждый талант можно улучшить до 7 уровня. Таланты активируются последовательно. Вначале первый талант, потом второй, потом третий. Вот, например, у Джейкоба у меня можно активировать второй, но я не могу это сделать. Третий, четвертый, я не могу это сделать, потому что у меня не активен первый талант, не активирован. Если собрать определенный талант определенным героем, то можно активировать комбо-талант. Вот 6 героев в верхней строчке. Если я всем им соберу вот этот вот талант, то я смогу активировать комбо. У меня повысится уровень попадания плюс 3. Также у героев появились капитанские навыки. Чтобы активировать капитанские навыки у героев, их нужно разблокировать. Уровень разблокировки у каждого героя разный. Например, вот рассмотрим Джейкоба. Чтобы разблокировать его капитанский навык, нужно активировать 100 талантов у героев. То есть это нужно активировать по 5 талантов у 20 героев или по 10 талантов у 10 героев. Тогда он будет доступен. Для активации капитанских навыков и талантов нужны фрагменты талантов и звездная пыль. Они добываются в древних руинах или в фонтане звездной пыли. В фонтане звездной пыли имеется одна бесплатная попытка каждый день. Далее можно покупать за кристаллы. Древние руины. Здесь в древних руинах все в принципе как в компании. Имеются различные фрагменты на различных этапах, и уровень сложности все более и более увеличивается с прохождением в клуб руин. Каждый день вам будут даваться 5 шансов на прохождение руин. Когда хлеб заканчивается, то вы сможете его купить за кристаллы. Хочу еще рассказать про активацию талантов непосредственно перед боем. Допустим, у вас прокачаны навыки капитана у нескольких героев. В моем случае вот у Себа и у Куко. Как активировать мне у определенного героя навыки капитана? Нажимаем на коронку слева внизу и активируем, допустим, у Себа. Также нажимаем и меняем опять по новой. И у вас будет навык капитана у того героя, который вам нужен. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!